под нижней губой. Самое темное место здесь под нижней губой, да, вот в самом центре. И постепенно, да, оно уходит, но оно не, не к уголочку уходит губы сюда, а опускается вот вниз. Это теневая. Видите? Угу. Все видят, девчонки? Да. То есть вот присмотритесь. Вот самое, я сейчас вам показал, да, самая глубокая теневая здесь вот по центру. А дальше оно как бы уходит сюда. Но теневая тоже есть, подчеркивается. И губа тогда получается вот такой заворот губы на... как бы естественным сразу образом, раз, и завернулась по форме лица, по шарику. Понятно? То есть, вот ничего особого такого не нужно, просто внимание. Есть внимание, и все сразу видно.